Годы летят очень быстро. 3 года пролетели. Но нам, я считаю, что удалось чего-то достичь. Удалось создать задел для перспективы. И в первую очередь, это, конечно, ваши дружеские отношения с главой нашего государства. Вы очень хорошо сейчас охарактеризовали. Очень тяжелый груз. И наш президент взялся за все это дело. Когда меня пригласили на эту должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь, с одной стороны, было волнение, а с другой стороны, я это оценил как большое доверие и честь представлять свою страну в такой замечательной стране, каким является Беларусь.